Уитни Хьюстон, ты одевал на ее концерте в Москве. Да, Уитни Хьюстон захотела первое свое шоу в Москве открывать русским дизайнером. Она выбрала меня, и мы несколько дней и ночей подбирали, в чем она будет. Это было и волнительно, и любопытно. Бесконечно тонкий человек, бесконечно изысканно воспитан. Это удивительно. И она открыла московское шоу в Кремле в моем белом брючном костюме с черными лампасами. И, конечно, это было сильно. Но наши такие эмоции, опять же, вечером было сильно, а утром просыпаешься, и уже нормально.